Четыре знака зодиака, которых интересуют только серьезные отношения. Не все люди любят короткие романы и ни к чему не обязывающий флирт. Есть знаки зодиака, которым нужна эмоциональная привязанность, близость и взаимопонимание. Кто же они? Вот четыре знака зодиака, которым не стоит предлагать кратковременные отношения. Рак. Представители этого знака сентиментальны и романтичны. Они нацелены на серьезные глубокие отношения с партнером. Если вас интересует рак, будьте готовы к тому, что это надолго. Отношения с ним будут надежными, доверительными и прочными. Он захочет узнать о вас все, прежде чем перейти к следующему шагу. Скорпион. Скорпион предпочитает строить длительные отношения. Это относится не только к любви, но и дружбе. Самое главное, чтобы Скорпион получил полную информацию о человеке и тщательно ее изучил. Он также может быть чрезвычайно ревнив, полагая, что его вторая половинка должна принадлежать только ему. Водолей. Водолей – мыслитель, которому нравится быть одному. Представители этого знака долго будут сидеть и анализировать все плюсы и минусы человеческих отношений, прежде чем идти на первое свидание. Но если они решатся, то эти отношения должны быть прочными и серьезными. Рыбы. Наверное, это самый чувствительный знак из всех. Рыбы жаждут сильной эмоциональной связи с партнером. Это означает, что им нужно время, чтобы хорошо узнать человека. После этого они должны к нему привыкнуть. Именно это позволит рыбам понять, можно ли его впускать в свою жизнь или нет. Кратковременные и безрассудные связи рыб совсем не интересуют. Напишите в комментариях, кто вы по знаку зодиака. Попали ли вы в эту четверку знаков зодиака, которых интересуют только серьезные отношения? И помните, что этот гороскоп – это всего лишь предсказание звезд. Большая часть характера зависит от самого человека и воспитания. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые интересные гороскопы. Вы были на канале Мартиника. До встречи в новых видео!